Коллеги, вновь в эфире ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете сегодня? Здравствуйте, меня зовут Андрейченко Николай. Я директор экофабрики «Этника». Находимся мы в Ханты-Мансийске на рынке буквально полтора года. Привезли на выставку новые виды продукции, прямо к выставке готовились. В данном случае это мармелад, такой вот индивидуальной упаковочки, и кедровые батончики. Наше производство находится в Ханты-Мансийске, и все сырье, это дикоросы, кедровый орех, сосновая шишка, ягоды наши сибирские. Мы все это собираем в ближайших деревнях, поселениях, таежных деревнях, и привозим на фабрику, и уже все это перерабатываем в натуральную продукцию, которую вот мы сегодня вам предлагаем. Хочется отметить потрясающую упаковку, разработанный бренд-дизайн, сразу который отправляет к названию вашей фабрики «Этника». Вы поработали над дизайном и специально готовили его к нашей выставке. Спасибо большое за такие приятные слова. Мы старались именно в нашей упаковке, в нашем продукте передать именно культуру наших коренных малочисленных народов Севера, Ханты и Манси, и отразить ее вот в нашей упаковке, в продукте, вот эту натуральность и природность нашей продукции. Так вот. Расскажите, как вы представлены в своем регионе? У вас какой-то, может быть, свой брендовый магазинчик? Или в вашем районе уже есть какие-то ритейлеры, которые с вами работают? В основном мы в нашем регионе представлены в специализированных магазинах, которые вот, занимаются реализацией именно вот продукции такого плана. Это грибы, орехи, ягоды, дикоросы. Мы в нашем Ханты-Мансийске зашли на данный момент в ленту. То есть сейчас там у нас ассортимент небольшой, но продажи активные, спрос большой. И я думаю, что в ближайшее время мы будем расширять ассортимент и географию сбыта. А с онлайн-продавцами какими-то вы уже работаете? На данный момент мы представлены в двух маркетплейсах. Это Озон и Wildberries. И тоже очень радует именно обратная связь покупателей, отзывы пишут, и в принципе людям нравится продукция, так как начали мы свое производство, свою деятельность именно в период пандемии, 2020 год, и все закрывались, нам надо было распространять нашу продукцию, как-то узнавать обратную связь, и мы поэтому разместились на маркетплейсах, и вот именно вот эта обратная благодарная связь с покупателями и вот нас как бы дальше и мотивировала развиваться, продолжать. Спасибо. Отлично, что вы открылись в такое непростое время, и я надеюсь, что ритейлер и конечный покупатель останутся довольны вкусом и дизайном. Дизайн потрясающий, я себя могу сказать, что взгляд приковывает, и надеюсь, это тоже отметят ваши партнеры, которых, я надеюсь, найдете на нашей выставке. Да, спасибо большое. Будем рады сотрудничеству. Спасибо.